Губернатор Приморья провел встречу с делегацией из Мьянмы. По словам Олега Кожемяка, сейчас сложились самые благоприятные условия для развития двустороннего сотрудничества. Среди перспективных направлений – привлечение рабочих специалистов Мьянмы в сфере строительства и сельского хозяйства, а также обучение в приморских вузах молодежи из этой страны. Мы готовы работать в направлении обучения ваших студентов и по среднему образованию, получения специальностей, а также по высшему, морской университет наш, кто занимается транспортом, логистикой, вот, то есть медицинский университет, Дальневосточный федеральный, а также средние профессиональные колледжи, которые дадут прекрасное образование. Отдельно стороны обсудили туристическое направление. Зимой, в общем-то, у нас много желающих отдохнуть в теплой стране. Надо, мне кажется, что больше раскрыть нам потенциал Мьянмы, организовать. Мы можем такие туры организовать, которые придут туда в целях рекламы туризма Мьянмы, потому что, чтобы было выгодно потом построить маршрут, авиамаршрут. Глава делегации Мьятун У поблагодарил российскую сторону за теплый прием, согласившись со словами Олега Кожемяка о наиболее благоприятном времени для установления взаимовыгодных контактов. Нашу страну интересует взаимодействие по самому широкому спектру вопросов – образование, медицина, промышленность и, безусловно, туризм. Мы ценим крепкие и честные отношения между нашими странами и будем делать все, чтобы они оставались таковыми и дальше. Говоря о туризме, он отметил, что как Мьянма может быть интересна приморцам, так и дальневосточный регион привлекает внимание жителей этой страны. Причем не только его история, география, климат, но и выгодность по сравнению с Европой. Анна Дьякова, новости на Восьмом.